которые оплачивали большую сумму на один продукт, но и были люди, которые платили около 50 сом, наверное, не знаю, точно 10-15, за 10-15 штук. Так как мы мусульмане, и каждое начатое дело нужно начать как бы с благотворительности. Обычно в Узбекистане делаются такие акции, да. В ближайшие дни мы уже рассматриваем открытие около 10 филиалов по Душанбе. Не видел льготы для узбекских бизнесменов, но я очень надеюсь, что скоро будут льготы для узбекских бизнесменов в Таджикистане, также и для таджикских бизнесменов в Узбекистане.